Сегодня 28 августа 2022 года. Я Филипп Романов, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд, сверхновых звезд, новых звезд, кандидатов планетарной туманности, астрономических транзиентов, возможных двойных звезд. Сегодня 28 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Православная праздник, православная дата. Также это дата, когда 15 лет назад я впервые увидел, наблюдал первое в жизни астрономическое явление, полное лунное затмение. Здесь же, в поселке Левадия Приморского края, на моей малой родине, где я сейчас нахожусь, возле Левадийской школы номер 26, которую я окончил 9 классов. И в преддверии Дня Знаний я не учусь, опять никуда не поступил на астронома, потому что я лишен возможности подготовиться к обучению из-за того, что в коммунальной квартире в Москве у меня не только были созданы невыносимые условия жизни, где в своей комнате я лишился возможности беспрепятственного безопасного проживания. Но и также я лишился возможности продать эту комнату мою. И с 23 января 2017 года я вынужденно скитаюсь. И я прошу помощи в продаже моей комнаты, чтобы я смог взамен купить себе другое жилье, где мог бы подготовиться на поступление университет на астронома и смог бы заниматься наукой, астрономией, приносить пользу науке своими открытиями и наблюдениями.